она известна как Машка Растушевка, звезда Инстаграма, блогер и визажист, минувшие выходные встретилась с тюменской публикой. Сегодня нам в город приехала Мария Вискунова. Это известный блогер, который очень все любят и ждали. Она приехала к нам с авторским стендапом. Это жизнь как шоу. Будет много смеха, шуток. Ну и все в таком легком формате. Я думаю, всем понравится. Увы, про секреты макияжа гости так и не узнали. На сей раз Машка Растушевка щедро сыпала наблюдениями из жизни и разрешала над ними смеяться. Возможностью от души похохотать воспользовались не все. Наверное, потому что очень внимательно слушали. Это шутки о жизни, о моей жизни, в частности, потому что это, собственно, мой стендап. То есть я общаюсь с большим количеством разных людей. У меня бывает много всяких забавных случаев в моей концертной деятельности, в моей профессиональной деятельности. Я буду делиться какими-то моментами. Юмор Марии вперемешку с вкусной едой – вот рецепт воскресного вечера. К слову, таким незабываемым может быть любое мероприятие. Намечается торжественный повод, есть организаторы, которые уже готовы превратить его в искрометное событие. Я организатор фотопроектов, мастер-классов, мероприятий. У меня на потоке стоят фотопроекты, которые проходят практически каждую неделю, минимум 2 раза в месяц. Я провожу качественные фотопроекты, за которыми вы можете смело ко мне обращаться. Вам уютное помещение найдут и звезду доставят, которая всех развеселит. Главное – найти повод.